шаг в неизвестность. Никогда не знаешь, чем все закончится. Именно так начался мой путь 4 года назад и закончился он вчера. Вчера я закончила высшую школу экономики, управления и права по направлению государственного муниципального управления. 4 года пролетели для меня незаметно и многому меня научили. 4 года в университете для меня были самыми интересными и запоминающимися. Благодаря университету я обрела множество новых знакомств и знаний в сфере своей будущей профессии. За время обучения, помимо научной деятельности, в САФУ я был членом сборной по рукопашному бою и тайскому бою. Благодаря возможностям университета мне удалось побывать в Норвегии и отучиться там целый семестр. Хотелось бы отметить отдельно те 3 года, которые я провела в студсовете, эти бессонные ночи, множество мероприятий. 3 года я состояла в команде САФУ по черлидингу Arctic Team. Вместе с командой мы участвовали в различного рода соревнованиях, занимали призерские места. Все это я бы хотела поблагодарить преподавателей и особенно Светлану Владимировну Лукунову за то, что она согласилась стать моим дипломным руководителем, наставляла, помогала. Выразить огромную благодарность Сивоброву Алине Анатольевне за то, что была моим дипломным руководителем. Отдельную благодарность я хочу выразить Ольге Владимировне Губиной, которая была моим дипломным руководителем и оказала всю необходимую методологическую поддержку, что способствовало как плодотворному сотрудничеству, так и успешному написанию дипломной работы. Хочу отметить Сереброву Ирину Анатольевну и Лугунову Светлану Владимировну. Светлане Владимировне хочется сказать большое спасибо за то, что взяла меня в свои, преемники, стала моим научным руководителем по диплому и вела меня до самого заключения. Также хочу сказать большое спасибо моим ребятам за атмосферу, которая создавалась на парах. Поэтому я вас всех люблю и надеюсь, увидимся снова.